Ребята, у нас снова распаковка скрепышей Нью. Вот вторая часть. Вот у нас Кисси-Мисси попалась. Верблюд Вася. Князь Киевский. Ну и вот. 10 чувачков попалось. А теперь вот откроем других. Так, начнем с моего нелюбимого пакетика. Это бирюзового. Хотя в прошлый... Нет, мой нелюбимый пакетик этот вот. Этот какой-то мне уже надоел. И тут у нас забава. Ну, забава мне как-то вот это вот. Вот эта вот забава мне как-то не нравится. Вот. Ну, странная какая-то. У нее такая она слишком бледная, но ничего. Как говорится, и так сойдет. Вот теперь у князя есть дочка. Теперь князю не надо скучать. Теперь князь радостный. Тут, кстати, этих много. Так что откроем вот этот. Вау! Вау! У-ху-ху! Ребята! Представляете? А тут у меня токсик. Тут у меня обыкновенный токсик. Ну, конечно, ну не очень. А давайте почитаем его описание. Ну вот какашеч, вот такой вот. Почитаем описание. Какашеч в новом обличии, подари друг, пусть подумает о своем поведении. Ну, например, твой друг сломал окно, подари ему это. Больше не будет разбивать окна. Вот такой вот токсик. Забава. Ну, без повторок начинается наша... Ну-ка, продолжаем. Ходи, ваги. Кстати, надеюсь, вам... вас не раздражает, что на заднем фоне всегда ходи, ваги. Просто он нам так помогает. Баба-Яга! Баба-Яга! Вот, баба, скажи, зачем ты нам попалась? Нам и без тебя было круто. Ну, блин. У меня и Баба-Яга есть. Печально. Очень печально. Ну, надеюсь, тут еще интересные штучки попадутся. Кстати, у меня вернулись пропавшие скрепыши. Это хорошо, и теперь у меня снова есть Сбермаркет. А Сбермаркеты — это сила. Сбермаркет — это сила. Потому что Сбермаркет самый редкий скрепыш, кроме золотого, хрутки. Опять повторка, что я могу сказать. И плохая, между прочим, повторка. У меня как раз таки вот стоит вот тут. Вот это два одинаковых мурыча. Скрепыши ужасные, вот просто отвратительные, просто не респект, кто их создавал. Ну... Во-первых, без лица, а во-вторых, тут потертости. Вообще, полный зашквар. Плохо, плохо. Не-не-не.